В Мексике арестован самый разыскиваемый преступник, наркобарон по кличке Коротышка. Поймать его удалось спустя полгода после очередного побега из тюрьмы. Дом, где укрывался Хоакин Гусман Луэра, спецназ брал штурмом. Подступы к зданию вооруженные до зубов бандиты блокировали бронированными автомобилями и несколько часов отстреливались. Пятеро из них были убиты, один морпех ранен. В подвале нашли целый арсенал – автоматы, винтовки и даже гранатомет. Коротышку на самолете доставили в Мехико в наручниках и с мешком на голове. Там решат экстрадировать его в США, которые отправили соответствующий запрос. Гусман, по некоторым данным, контролирует до трети наркотического рынка в Штатах. Или судить его на родине. Это достижение – результат совместной работы нашей армии, флота, полиции, прокуратуры и разведки. В течение многих месяцев мы интенсивно и тщательно работали, чтобы выйти на приближенных Гусмана и, в конце концов, на него самого. Поимка одиозного мафиози-миллиардера стала делом чести для правительства Мексики после того, как он повторно в июле прошлого года сбежал из тюрьмы строгого режима. Из собственной камеры он спустился в полуторакилометровый тоннель, построенный сообщниками, причем со всеми удобствами – электричеством, вентиляцией и даже мотоциклом. Но находясь в бегах, коротышка планировал экранизировать собственную биографию – путь от неграмотного крестьянина до главы крупнейшего наркокартеля Латинской Америки.